По спуску 40 лет победы с вами прогуляемся до моря и посмотрим, какие там температуры, как выглядит пляж. Я думаю, что это будет нам всем очень интересно. На календаре я сегодня хочу озвучить о том, что 3/7/2022 у нас в Витязевом море было 15,4 градуса, то есть резко упала температура воды. Посмотрим, как здесь, поменялось ли все так же или нет. И будем точно знать, виной тому ветер или холодный день. Хотя сейчас время уже 12 проходит, и возможно здесь гораздо теплее уже будет даже из-за этого, чтобы солнышко прогрело водичку. Люди сидят, выпивают, отдыхают. Так здесь по пути предлагают экскурсии. Посмотрите, какие виды. По-моему, просто завораживающий дух. Море, солнышко, красотища. Ох, сколько суденышек разных у моря у нас. Здесь можем увидеть, что производили какую-то отсыпку. Так понимаю, что поднять тротуарчик. И впереди мы подходим к месту, где обещали, что сделают какую-то новую площадку детскую. Уже укладывают арматуру, делают какие-то будущие опалубки. И я хотел бы, конечно, увидеть вообще концепцию, какую тут развивают. По-моему, нигде не видел публикацию о том, что здесь будет. Ну, разметочка сделана, значит, строители не просто так что-то лепят. Поставили умный город, камеры видеонаблюдения. Одна даже на пляж смотрит, одна здесь подсветочку делать. Ну, интересно, и там еще две камеры впереди. Посмотрели на все сверху, теперь можно спускаться вниз. Водичка чистая, интересно, конечно, температура какая все-таки здесь, потому что купающиеся есть, но в основном все загорающие сегодня. Сейчас мы с вами все увидим, посмотрим. Ограждение эти старенькое перекрашивают, хотя вот было бы клево, конечно, в концепции с тем, чтобы здесь было белое с балятинами, это был, конечно, восторг. Может быть, больше будет каких-то объектов именно здесь, а за счет того, что сэкономим, допустим, на ограждение. Это лучше, чем пустое место, и площадка нас здесь будет всех очень радовать. Она была здесь великолепна. Представьте, дети приходят, играются, родители смотрят по сторонам, бескрайние просторы моря, красивые горы. Но пляжи, конечно же, вообще пустые. Не знаю, с чем это, конечно, связано. Хотелось бы людей побольше. Будем ждать, когда вы еще приедете. Это вот, видите, в воде торчит людей много. Знаете, все-таки температура не такая же низкая. Сейчас дойдем уже, померяем. Тут есть зонтики, беседки, беседки с мангалом, кристальное море. Здесь никогда не бывает водорослей. Люди купаются, довольные, навесы, лежачки. То есть все есть для вашего удовольствия, друзья мои. Квасик, лимонад. Ценники можно поглядеть на стаканчике. Продают разный курортный ассортимент товаров. Если у вас чего-то не хватает, от крема до загара до вау-средств. Все здесь есть. Ну и, конечно же, туда без разнообразных сладостей, друзья. Абсолютно бесплатные скамеечки. И вот, знаете, такое камнем преткновения для многих стала вот эта рыбка. Кто-то считает, что как круто, что она здесь есть, а кто-то начал говорить, о, какая страшная тема, то есть зачем она тут нужна. А я за. Убирали пляж прям очень хорошо, и было совершенно красиво. Есть спасательная вышка с желтыми флагами. Туда, в ту сторону, есть лежаки. Там написано «Для людей с ограниченными возможностями». Есть переодевалочки, я вижу туда дальше. Там раньше были душевые туалеты. Сейчас не знаю, существуют они или нет. Если что, пишите, ребят. И вот так вот выглядит сам пляж. Это бесплатная зона. Единственное, чего здесь не хватало для наших маломобильных граждан, это спуска для людей с ограниченными возможностями. Тогда бы у них все было вообще здесь хорошо. Водичка чистая, солнышко чистое. Температура воздуха разогналась плюс 30, хотя есть небольшой ветерочек, западный поддувает, и он должен вернуть нам теплую воду обратно. То слишком холодное было с утра. За лежаки здесь просят 300 рублей на весь день. Есть переодевалочки, в которых можно раздеться, и теневой зонт тут достаточно. Кстати, аренда лежака 300 рублей, подписано, то есть можно ни у кого даже не спрашивать. Здесь что-то вроде кафе-столовой, кушают люди прям у моря. Рисуют, конечно, ценник, сколько здесь стоит. Выпечка. Тоже все меню подписано, друзья, подошли. Глянули, сказать, что дорого, да нет, вроде бы ценник такой, даже пирожки с картошкой по полтиннику прям очень хорошо. Все за стеклом, как вы любите, и отдыхайте. С той стороны есть прохладительные напитки. И напиточки можете выбрать вот по такой цене. Также закуски продаются к пиву, и холодильники есть.
мороженка, кстати, по 80, по 130, можете поглядеть. И самое главное, что есть кукуруза. Вижу 100 рублей штука. Вообще ничего спрашивать не надо, как это великолепно, друзья. Хотите шашлычок, он пожарит мужичок. Тоже все подписано, все отлично. И вот такие вот цены, друзья. Услуги массажа, пожалуйста, тоже все подписано. Мусорки по всему пляжу стоят. Ну, в принципе, сделано все хорошо. Туалет платный, 20 рублей стоимость сходить в него. Био такого формата. Ну, кстати, сверху, мне казалось, вообще никого нет. Оказывается, большинство людей тут под тенечком спрятались и отдыхают. Прокаты сапов здесь по 1000 рублей в час. 300 рублей, ребята, стоят без выхода. Если будете выходить, то 500 рублей. То есть можно весь день там с детками заниматься. Ценники, друзья. Беседочки вот так вот выглядят, те, о которых я говорил. Ну, мангал мне на пляже, честно, не нравится. Ну, говорится, кто это такое. Я всегда вспоминаю, как меня выгоняли с пляжа и говорили, пляж не место для мангала. Не всегда. Катамаранчик можно, ребята, взять за 700 на полчаса, либо за 1000 на час покататься. Сап видели час, 1000 рублей. Ну, место хорошее. Вы видели, что люди выходят в море, и там у них тоже прям все, ну, очень хорошо. Лежать, конечно, на лежаках здесь будет поудобнее, но если взять хорошее полотенечко, тоже можно, в принципе, главное загорать правильно. То это прям интересно, иногда позы попадаются. Ну, а вода, конечно, кристалл. Здравствуйте. Привет. Представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Ольга, мой муж Алексей. Алексей. Это мы с Липецка. Счастливые жители города Анапы. Временами. Да. Временами. Так, как вам этот пляж? Вода чистая, но дно не очень хорошее. То есть надо специально обувь, чтобы заходить? Обязательно, специальная обувь, соответственно. Вот проблема, да, вода здесь очень чистая. Мы были и дальше туда вот по ступенькам ходили, и здесь ходили, вода как бы очень чистая. Но... В очках с масочкой идеально, очень все здорово, дно просматривается очень здорово, классно. Спасибо, ребята, вам хорошая жизнь у нас. Спасибо. От души благодарим. И вам тоже привет, машите ручкой. Привет. Но мы, друзья, вот сейчас проверим то, что говорили ребята, что тут действительно дно сложное, заходить сложно в водичку, и поэтому будьте аккуратны. Но рыбки, вот эта креветка сидит, вот тут возле берега есть медузки, то есть настолько невероятно богатый животный мир, он рыбки поплыли, друзья мои, вообще шикарно. То есть у моря температура воздуха получается 26 градусов, если мы отходим дальше, 30-очка, потому что водичка все равно прохладная. И вот смотрите, ну, туда дальше, чтобы зайти, надо либо так вот корячиться, как ребята, либо вот уже все, можно бац, и плывешь, то есть, и все будет хорошо. Но это не наше дело, мы замеряем температуру воды, а вы можете пока погадать, какая она, пока мы с вами будем немножечко здесь летать.
просто шикарные виды, восхитительные. Зашли, вот смотрите уже, ребята, и поплыли дальше. То есть там все вообще отлично. Температура водички, вот смотрите, было 15 у нас, а здесь 24 почти градуса, 23,9. То есть здесь уже начало даже теплую воду прибивать, которая отогнала. Так что я, как и говорил, к обеду и после обеда на море будет уже шикарно. С вами был Юрий Азаровский, друзья. Я надеюсь, что достоин видео лайка, вашей подписки. Ну и, конечно же, поделитесь с вашими друзьями. Пускай им тоже будет каждый день море приходить на экране. Всем пока-пока. Хорошего настроения, мои дорогие друзья.